Держи, ровненько ее держи, ровненько просто и все. Я стараюсь. Можешь чуть-чуть поближе подъехать, потому что у тебя почти метр. Вот, отлично. Я думаю, хватит. До миллиметров измерять не будем. Если в принципе готов, все настроил, то можешь начинать подъем. Поехали. Вот так, да. Давай, давай, давай. Ребята, можете чуть-чуть подальше зрителей отойти, потому что машина вдруг в сторону куда-то понесет вас, чтобы не зацепило. Итак, первый субарик у нас. Готов? Все, выставил ровно. Можешь ехать. Тебя получится, я уверен. А говорю, что не получится. Чуть-чуть назад. Пойдет, ладно, ты заберешься. Все, все, поехали. Вообще легко. Вообще, в три счета просто. Мне кажется, вот эта вот сотка, она вообще не напрягается. Где она не напрягается? Говорю, она вообще просто. Эта соточка объедет всех. Она будет потом с праздником соревноваться. Просто я себе хватаю. Да, она настоящая. Из того разряда, как раньше делали автомобили, что они вот, вот так вот. Готов? Можешь на подъем. Вперед. Передачи не перепустить. Это кажется, что для многих это просто сказка. Подъем этот, он даже более проще, чем вес электроника помогает. Я думаю, для этой Audi это будет вообще просто вот еще бы. Отлично, выставил автомобиль, можешь заезжать, если готов. Подтянуться немножко, показать нам свою мощь, мускулы, сверкнул. Давай очередной субарик. Поближе, поближе. Что ж ты такое творишь, как же так? Так, с первой попытки не заехал, стой, стой. Вторая попытка, это... Вниз машину опускаем примерно на корпус, здесь примерно так и есть. Если готов, можешь заезжать. Дело простое. Матрику вообще, мне кажется, можно до середины доехать и спокойно подниматься. Да, да, подъедь. Тяжело на механике, тяжело. Подъедь, подъедь, подъедь. Вот. Здесь остановимся и давай на подъем вперед. Откатился, но набрался. Как-то вот падать-то тяжело, да, пошел? Сцепление. Воняет сцепление. У нас новый участник, который на первом этапе у нас не решил не ехать, но вот сейчас он все-таки... Раз, с нормальной горки поехал. Готов, поехали. Да, а вот и не получилось, тогда откатываемся на корпус. Еще. Хватит. Здесь примерно есть корпус автомобиля, поэтому можно подниматься уже с небольшого разгона. Я думаю, должно получиться. Накатали подъем. Да как же так? Резина вырисована. Бару приготовила, она же набуксовалась здесь. Не получилось. Ну что? Давай, это уже будет нечестно, ну хотя бы так заедем. Такого разгона. Что, готов с эфира? Давай в ответе за Ниссанов. Ты меня не разочаруй. Подъезжай поближе, стоп. Стоп, отлично, все. Теперь можешь сделать свой подъем, восхождение, да, к Олимпу. Если у тебя это получится, конечно. Все, то есть уже можно, мне кажется, начинать с разгона на корпус. Сразу туда. Давай, давай, еще чуть-чуть. Хватит. Здесь уже корпус точно есть. Давай, попробуй. Никак. Мне кажется, пора выкупать место. Только не провалить. Назад еще чуть-чуть объедь.
побольше разгон возьми, чтобы преодолеть все-таки этот пригорок. Да, может быть, слетишь. Можно еще там мимо Ауди насквозь проехать, и еще будет больше разгон. Давай, давай, давай. Операторов прошу внимания, чтобы вас не задавили. Никак. Чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть. Ну все, мне кажется, нужно уступать место машинам, кто мощнее. Да-да-да, поближе к флагу, понимаете? Вот, вот, отлично. Готов? Поехали. Бум-бум-бум. Держи. Как на полосу, посмотрите, друзья, товарищи. Это было нечто. Может, подержать сейчас толпой. Он сейчас, если шевелиться, начнет, он уронит надо... ее. Пошли толпой, подержим сбоку. Не-не-не, надо трос, вы зря там усели. У него трос. Думаю, его дергать надо туда сразу. Да. Его, чтобы вот так вот развернул. Конечно, его надо рост. Патрика надо. Роман, он сразу туда, куда двигаться. Он на тебя, блин, свалится. Да не надо ничего, его вот. Надо, не надо, его надо можно. Да, и тащить его. Не трогай руль. Давайте попривод. Мне кажется, до конца надо засмотреть. Нет, Леша. Леша, ничего не надо делать. Не, это же Даша! Ой, что вы делаете? Сюда! Снимай камеру лучше. Девочка потащила. О, обе? Давай я. Ну, отсюда, поднимись. Попробуй. Слишком близко, не подводите. Пускай подальше встанет. Вот он почти через пригорок. Да, туда, 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 Зачем так близко подъехал? Нормально. Нас надо зацепиться, трассу. Просто есть груза. Ну ладно. Не потащит Патрика. Серега, за руки поставил. Патрик туда свалит. Нет, так Патрик должен быть в яме. Трос должен быть идти по земле, получается, к ней. Тогда не будет никаких конфузов. А вот на пожалуйста, трос. А, ну пускай зацепляет тогда и скатывает сюда. Динамика. Как я буду снимать, если они все ловлю? Да я и здесь ловлю. Иди сюда. Иди сюда, сейчас машина упадет. Сейчас машина на тебя упадет. Я догоню машину, посажу и пристегну. Отец, держите.
тоже дергай. Разные стороны не дергай. У него есть за что взяться. Сейчас дам, дам. Шакал надо еще. На этом дорогу. Да. Да его не надо, пицавер. Просто дальше его, блядь, поднять, чтобы он выровнялся. Это да, да, спускается. Да. Морду только выровнять. Небольшая заминочка. Да, там не перевернулся, непонятно. Все отлично произошло, так и должно было быть, как задумано. Это спецэффекты. А? Я понимаю. Вот так и стойте, наверное. Забери его. А почему за ту сторону зацепили? Он падать будет. Он падать его сейчас будет сюда вот перекупить. Тёпа. Конечно. Тёпа. Давай за это. Ты что, не понимаешь, Тёпа? Я думаю, он переворачивать будет сейчас. С ребёнком пусть уходит. Я думаю, буду его придерживать за это. За это придерживать он будет его. Это придерживает, а переворачивает. Да, а та переворачивает, он перевернет его. Итак, все готовы? Патрик дает потихонечку назад. Я понял, что ты не видишь. Давай потихоньку спускайся. Тишина. Молчание, все замерли в ожидании чуда. Еще. Ребята, вы там, которые на Ниве, это, аккуратнее. Хорошо, я вас не... Смотри, еще не ущадим. Вот так, да, чуть-чуть уходи. Да, все правильно. Почему вы уже неправильно? Давай, поехали. Потихонечку. Руль выворачивай. Выворачивай руль сюда, на бугор. Отойди назад, блядь. Отойдите. Вы сами, кстати, отойдите, потому что вы под наклоном находитесь. Рывочком потихоньку. Подожди, Сузуки там уберут сзади. Выскочить некуда. Он на Сузуку выпрыгивает. На прямой линии. Вот и самого от тебя сейчас. Ну давай, приготовим. Потихонечку. Руль выворачивай. Право. Давай. Руль вправо. Еще. Давай. Очень нужная была ситуация, волнительная.